Добрый день! Вас приветствует Bike4U Магнитогорск, и сегодня у нас на обзоре велосипед CrossTec Impulse 610 модель. У велосипеда установлены 26 колеса, 19 рама. Рама полностью алюминиевая, легкая. Также на колесах обода все алюминиевые, на спицах. Седло регулируется по высоте, средней жесткости. Грипсы очень удобные, мягкие. Переключатели фирмы Shimano Япония с лепестками. Имеются также подкрылки спереди и сзади. У этой модели уже установлены дисковые тормоза, тросиковые. Модель универсальная, подходит как и для девушек, так и для мужчин. Шифтеры также установлены фирмы Shimano. В педалях каретки нековские. Светоотражатели спереди и сзади. Переднее колесо на быстросъеме. Большой выбор техники, экипировки. Приходите.